Всем привет, друзья! Сегодня я буду сохранять нашу приму. Вот она у нас уже такая вся никудышная, вся такая завявшая, вся уже невзрачная. Товарный вид она потеряла. И вот ее можно сохранить. Было видео, я снимала, когда ее купила. И также на моем канале можно найти, как ее сохранить. Но для тех, кто не видел, кто пропустил этот момент, я покажу быстренько тоже еще. Вот мы снимаем ее с горшочка, удаляем все цветы, все старые засохшие листья. Вот так вот прям. Прям не жалеем, все удаляем. И хочу вас уверить, что этот цветочек будет радовать вас летом. Так, это мы все. Убираю вот этот ком. Говорят, что она не перезимовала. Вот ее посадили, и она не перезимовала, хотя это в южных регионах. Там вот есть у меня друзья, Галина. Она говорит, что у нее замерзла. Она делала так же, и у нее она замерзла. Но я буду надеяться, что у меня не замерзнет, потому что я ее посадила рядом с розами. Розы я укрывала. И, может быть, думаю, надеюсь, что она у меня сохранится. Ну, хотя бы для летнего цветения она очень даже и то будет подойдет. Вот насыпаем сверху еще земельки свеженькой. Ну, потому что в той земле уже накопилось много всяких болезней. Там много удобрений к тому же. Ну, вот корни не нарушаем, просто немножечко подсыпаем. Все, поливаем и ставим на светлый подоконничек. Все, делать больше ничего не надо. Потом уже весной, когда растает снег, когда будет тепло, мы ее высадим в грунт. Всем до новых встреч на моем канале. Пока-пока.